В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 15 августа празднуется День археолога. Поздравляем их с профессиональным праздником. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В городе Алексине +22, +28. В Ефремове +22, +27. В Белеве +22, +29. В Новомосковске +22, +30. По прогнозам на 15 августа температура в Туле будет колебаться от +23 до +28 градусов по Цельсию. Днем ясно, вечером возможен дождь. Влажность воздуха составит 55-85%. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. В этот день всей семьей пили венок из 12 трав. Его с почетом приносили в дом и вешали в красном углу под иконами. На сегодня у меня вся информация. Будьте здоровы! С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся с вами завтра в это же время.